Девочки, до полуодиннадцатого. Чему мы будем дать голову, что вышел? Ее принесли утром. В здании у нас есть камера видеонаблюдения. Мы, конечно, видим, кто это принес. Мы подкинули? Да, нам ее подкинули. Вот. Ну, я считаю, что, наверное, человеком двигал девиз «Отдам в добрые руки». В принципе, мы благодарны за доверие. Вот день она у нас побудет, посмотрят дети, которые приходят на реабилитацию. Вот. Может быть, очень большая проходная способность у нас в центре. Может быть, кому-то она и приглянется.